Недалеко от центра Ульяновска, в сторону севера, на улице Верхняя Полевая, находится старинный деревянный храм во имя иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Его история начинается с обретения главной святыни – иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Ее заказал на Афоне некто из благочестивых жителей Симбирска. История умалчивает, по чьей конкретно просьбе и на чьи средства была написана эта икона. Но точно известно, что она изначально приобретена для жителей поселка Куликовка. В праздник Успения Божьей Матери 15 августа 1911 года в Симбирске в 3 часа дня на железнодорожном вокзале состоялось большое торжество – встреча прибывшей со Старого Афона иконы Неопалимая Купина. Икону встречало духовенство, тысячи жителей Симбирска и окрестных деревень и даже исполняющий дела вице-губернатора князь Андрей Александрович Ширинский-Шихматов. Поначалу эту икону поместили в храм всех святых. Этот храм до настоящего дня не сохранился. Находился он на том самом месте, где сейчас находится Дом культуры Чичкалова. Там была вот эта церковь Всесвятская и находилось кладбище. Храм был небольшой. И когда народ града Симбирска приходил на поклонение к этой иконе, то места там было мало. Через полгода, когда икона еще находилась во Всесвятском храме, было замечено, что по молитвам перед иконой совершаются чудесные исцеления. К ней стали стекаться православные из самых разных сословий города и окрестностей. Весть о чудесах от новоявленной иконы очень быстро распространилась. В Симбирск стали прибывать паломники из Сибири, Крыма, Кавказа. Помощь Божьей Матери получали даже иноверцы. Известен случай, что даже одна женщина-татарка, придя в храм и перед этой иконой молясь по-своему, получила исцеление. Всесвятский храм не стал справляться, он не мог вместить всех желающих для поклонения этой иконе. Для того, чтобы дать возможность всем желающим приложиться к этой иконе, было решено создать на Куликовке хотя бы временный храм. И вот в 1912 году у одного почитателя чудотворной иконы, жителя Симбирска, явилась мысль, пока не построен новый большой благолепный храм для помещение новоявленной святыни, устроить в поселке Куликовка временную деревянную церковь, где бы могли совершаться и молебны перед иконой без стеснения прихожан Всесвятского храма. Этот храм, в котором мы сейчас находимся, он и был построен как временный. Буквально за полгода его возвели, он имеет очень простую архитектуру, и здесь была помещена вот эта наша святыня. И здесь был поначалу своего причта не было. Священники, которые служили здесь, были приписаны к храму Всесвятскому. Но регулярно здесь совершались молебны и акафисты пред иконой Божией Матери Неопалимая Купина. 28 сентября 1912 года указом Святейшего Синода при Богородице Неопалимовской церкви был открыт самостоятельный приход. Одновременно к храму назначен свой собственный причт из одного священника и одного псаломщика. Богородица Неопалимовская церковь стала самостоятельной. В новом храме было устроено два престола – главный во имя иконы Божией Матери Неопалимая Купина и предел во имя святой великомученицы Варвары. По внешнему виду новоустроенный деревянный храм был очень прост и за 100 лет своего существования практически не изменился. В отличие от современности, лишь была крытая паперть у западного входа и небольшой купол над восточной частью храма. Алтарь был, по сравнению с нынешним, почти в 2 раза меньше. Колокольни не было, колокола находились на звоне, которая располагалась северо-восточнее алтаря. В течение 2-3 лет планировалось собрать определенное количество средств для возведения капитального храма. Но огонь революции, затем Первая мировая война разрушили эти планы. Строительство храма так и не началось. А этот временный храм так и стоит. В этом году ему исполнится 107 лет. История его богатая. Он пережил все страшные годы атеистического безбожия, надругательства еретиков, раскольников. В 1944 году храм вновь стал православным. Он был заново освящен, и уже с этого времени здесь службы совершаются постоянно, и духовная жизнь продолжается до сегодняшнего дня. В 1989 году была образована Ульяновская епархия. Сюда был назначен епископ Прокол Хазов. Его усилиями началось возрождение нашей епархии. И в Ульяновске вот самым большим действующим храмом был храм Неопалимой Купины. Поэтому ему был присвоен статус кафедрального собора.
постепенно здесь совершался ремонт. Алтарь, который был маленьким, был расширен до большого. Вот, увеличен штат священников и подиаконов, псаломщиков. Вот здесь началась такая вот яркая такая духовная жизнь. Можно сказать, даже золотой век, наверное, Неополимовки. Потому что богослужения были очень торжественные, народу было очень много. В последние 7 лет в храме идут усиленные реставрационные работы. Была проведена экспертиза храма. И срочно были приняты по результатам экспертизы меры по сохранению храма. В первую очередь был фундамент восстановлен. Затем были полностью заменены деревянные рамы. Окна новые были поставлены. Затем внутри была совершена покраска храма и сделано совсем новое крыльцо. Вот, крыльцо было сделано даже с теплым подогревом, чтобы в любое время, и в непогоду, и в холодное время крыльцо оставалось теплым, и это очень удобно прихожанам. Сейчас в храме реставрируют иконостас. Дело в том, что в 70-х годах прошлого столетия иконостас был полностью покрыт сусальным золотом, но на сегодняшний день оно полностью осыпалось, и поэтому решили обновить. Работа практически завершена, храм преобразился. Отличительной особенностью храма является огромное собрание икон. Во времена Лихолетия Неополимовский храм, один из немногих, не был уничтожен и действовал в послевоенное время, поэтому сюда стали приносить очень много икон из храмов, которые были закрыты. Так здесь появилась старорусская икона Божьей Матери. Долгое время именно в этом храме была икона Спаса Нерукотворного, которая находилась на вратах града Симбирска. Когда Спасский монастырь был возрожден, то эта икона была передана в эту обитель. Но сейчас в Неополимовском есть копия иконы Спаса Нерукотворного. Кстати, особой гордостью храма является иконная лавка. Ее построили недавно. Здесь есть все необходимые атрибуты для православного христианина. Рядом с основным храмом, с его северной стороны, находится еще один храм – крестильный. Изначально он строился как дом для притчи. Там некоторое время жили священники и псаломщики. Потом это здание передали под детскую амбулаторную клинику. Совсем недавно, в 90-х годах прошлого столетия, дом был возвращен церкви, и там оборудовали крестильный храм. Там тоже сделан ремонт и созданы все условия, чтобы можно было крестить и маленьких детей, и взрослых. Также есть класс катехизации. Здесь люди попадают в атмосферу комфортную и духовную. Перед крещением с желающими креститься ведутся огласительные беседы. В храме оборудован, как положено, престол. И два раза в год там служатся литургии для детей воскресной школы. Здесь все создано для внимательного слушания Слова Божьего и принятия крещения. Статус кафедрального собора сохранялся за Неополимовским храмом до ноября 2010 года, когда архиерейская кафедра была перенесена в Воскресенско-Германовский собор. Однако статус собора за Богородицей Неополимовским храмом сохранен, и настоятелем его продолжает оставаться митрополит Симбирский Новоспасский.